продуктов питания, которые производит наш сельхозтоваропроизводитель. В принципе, у нас достаточно большое количество этих возможностей есть. У нас сегодня очень много построено теплиц, которые дают прекрасную продукцию. Много чего другого есть, и молочное, и так далее. Но пробиться на этот рынок, в эти сетевые магазины, оказывается очень сложно. Я держу не случайно эти бутылки с маслом, да, прекрасное масло, которое, так сказать, заменяет оливковое, оно по качеству, по всем своим параметрам, оно достаточно, так сказать, очень высококачественное, его там все проверяли, но пробиться не может, не ставит там какие-то условия, ее надо, так сказать, продвигать на рынок. Прекрасная продукция, прекрасная бутылка, да, она там стоит, конечно, дороже, чем наша, но это не имеет значения. Кто-то купит это масло, тем более сейчас не будет вот этого итальянского оливкового масла. Не может ничего сделать. Вот так оно и остается. Вот я его, опять он мне его приносит, я его опять вот демонстрирую, это масло. Значит, и вот так все у нас продолжается. Так, хотите нам расскажете, как вы туда подходите? Это виноград. Виноград России, он написан. Нет, он не может быть. Да, да, да. Вот давайте так посмотрим, откуда у вас виноград? Турция. Турция. Непотребные какие-то лимоны лежат. Они уже. Ну вот эта вся линейка фруктовая, она, естественно, вся. Есть возможность нашей продукции на полке положить, тем не менее они этого не делают. То есть такой вот заинтересованности в том, чтобы вот эти партнерские отношения выстраивать с регионом, они не присутствуют у сетей. Они там как проще, как лучше, как дешевле и так далее. Ну, это же не по этому принципу нужно идти. Надо дать выбор людям. Если даже вот при этом, вот положить наши помидоры и положить помидоры импортные. Яблоки наши и импортные. Нарушена этикетка в связи с чем? То есть температурная, да, нарушена упаковка. Упаковка нарушена, да, в связи с тем, уже вот происходит, возможно, значит, температурный режим хранения реализации. У нас пельмени девать некуда. Некуда сдевать пельмени. Чего они их там забирают, но это по каким-то там сырокинам чисто моментам. Аня, вот этот код пожарный, чего завалили-то? Это не пожарный код, на плане эвакуации его нету. А где у вас пожарный выход? Один здесь и через главный вход. Ну это же дверь открывается куда-то? Нет. Ну она же не глухая. Нет, подождите, она же не глухая у вас дверь. Дверь, она для чего-то предназначена.